Что делать, если в Латвии на Новый год случилась слякотная прибалтийская погода? А в России снова надвигаются беспробудные оливьешно-похмельные праздники. Правильно, объединяться и лететь на трек в Турцию. И никакие катаклизмы не способны этому помешать. Сказано, сделано. И вот уже группа искателей приключений из Латвии и России дружно выступает на Ликийскую тропу. Поначалу тропа радовала небольшим подъемом и обещала гламурные виды на бухту Алюдениза. В небе, словно зловещие назгулы, парили парапланерасты и громко переговаривались по-русски, явно насмехаясь над нами. Но, как говорит пословица, рожденный ползать с удовольствием наслаждается трекингом. Тем более, что отлично отмаркированная тропинка вскоре взлетела выше облаков. Сверху выглянуло солнышко, внизу открылись красоты Алюдениза, а мы сбросили зимнюю одежду и наслаждались каждым шагом. Ну, или почти каждым. Задолбали эти горы уже! Хоть виски налей, хоть ну чуть-чуть. Вскоре устроили пикник в живописном месте, где с удовольствием нарушили спортивный режим. И в который раз убедились, что именно за такие мгновения мы так любим трекинг. Деревенька Кирме порадовала весьма изобретательным мотоциклистом и намекнула, что скоро окончание нашего дневного перехода. Тропинка покатилась вниз, и вскоре нас ожидала деревня Фаралья с пансионом Мелиса и дарами местной природы, которыми мы беззастенчиво угостились. Вечером нас ждал ужин и восхитительный ликийский закат. А серп молодой луны всю ночь охранял сон мирно храпящих путешественников. Утром за завтраком мы продолжили изучение шедевров турецкой кухни под чутким руководством хозяина Мехмета. Отдохнувшие и довольные, мы выступили в путь. Сегодня у нас короткий день. Всего 8 километров, в конце которых нас ожидает деревенька с многозначительным названием Кабак и отель Утопия. Полдня на волшебном пляже. Окрыленные такими перспективами, мы весело бежали по тропе
и впитывали окружающую красоту. Очень скоро мы заселились в отель и побежали на пляж, тропа на который, впрочем, заставила нас поволноваться. Искупавшись на диком пляже, мы перешли на официальный. Он поражал цветом воды и милейшими котами, которых тут же залюбила наша Маруся. Вечером, уставшие, но довольные, мы ввалились в наши царские палаты и провели остаток дня в комфорте и вкусноте. Мы снова на тропе. Тропинка сразу же поскакала вверх, радуя нас неожиданными поворотами, поваленными деревьями, а иногда маленькими чудесами, как это выросшее из камня деревце. Настроение было позитивным, всем все нравилось, и на коротких привалах мы не скрывали своего восхищения. Как же хорошо! А что так мокрый? Папа, а что мы все время? Я бы не облака! Очень хочется кушать! Мы когда про душ говорили, мы имели в виду в отеле, а не здесь душ! Чем выше мы поднимались, тем больше сгущался туман и сильнее сочился дождик. Обед устроили в магазине самообслуживания, услуги которого честно оплатили, опустив купюру в прорезь импровизированного сейфа. После обеда тропа радовала спусками, красивыми видами и непонятными объектами.
Интересно, что там внутри? А вода просто. Там внутри резервуар такой и вода. Время шло к закату, а наша деревня с подозрительным названием Гей все еще была далеко. В сгущающихся сумерках мы вошли в это скромное горное селение с мечетью, магазином и двумя постоялыми домами. На землю опустилась ночь, а мы набились в комнату Жени и Маруси и долго болтали ни о чем и обо всем сразу. Так бывает с усталыми, довольными и слегка нетрезвыми людьми после длинного интересного дня. Утро следующего дня началось с петушиного клича. Народ собрался в столовой, чтобы согреться у печки-буржуйки и позавтракать. Перекусив и попрощавшись с гостеприимным хозяином по имени Рамазан, мы отправились в наш завершающий день трека. Тропа проходила в очень живописных местах, но и не давала скучать. Последний перекус на маршруте устроили у селения Бельчегиз. До самого последнего километра в деревне Гавара-Гылы тропинка не давала расслабиться и держала нас в тонусе. И только после того, как мы прошли стрёмный участок, небо позволило себе пролиться настоящим дождем, как будто местный бурхан оберегал нас и заманивал вернуться сюда еще раз.
оглядываясь назад, из окна турецкого отеля хочется отметить, что все наше путешествие состоялось благодаря череде счастливых случайностей, в результате чего в начале января 7 человек оказались в Турции, чтобы пройти 55 километров Ликийской тропы, превратиться в команду и стать чуть-чуть счастливее. По-моему, так. Полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя укрыться нам, откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата, не погода, не погода, не ангина, не простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.